Гимн студенчества для лучших студентов региона. Четвертый год подряд в губернии награждают самых талантливых представителей молодежи. 10 номинаций, 10 направлений деятельности. Наука, творчество, волонтерство, спорт. Первые лица области и города уверены, именно за такой молодежью будущее. Мы многие специальности поддерживаем. У нас много стипендий разного рода доплачиваем. И это мы будем делать и дальше. И более того, будем увеличивать и гранты, и премии, и стипендии тем студентам, которые будут добиваться результатов. Самарское студенчество традиционно славилось своим энтузиазмом, своей целеустремленностью, своими, если хотите сказать, амбициями. Вы активно работаете в сфере IT и медицины, вы делаете спутники, вы участвуете в охране общественного порядка. Мы приветствуем ваши начинания. Конкурс «Студент года» становится все популярнее. В этот раз жюри получило почти 300 заявок. Главная номинация и интрига конкурса, конечно, гран-при. Особенно почетно получить награду из рук губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Данилина Елена Васильевна! Елена Данилина учится в Самарском экономическом университете, одновременно получает два высших образования. Рассказывает все свое время, посвящает общественной, научной и волонтерской деятельности, за что не раз получала высокие награды. В этом году на Парад Победы я была послом Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. Ездила в Москву на парад на Красной площади, идти в бессмертном полку в одном ряду с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, и считаю, что это огромная честь, которая была мне оказана от Самарской области. В этом году конкурс стал региональным этапом Российской национальной премии «Студент года 2015», а значит, самарские студенты будут представлять регион уже на федеральном уровне. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.